Доброго дня, друзі! Я вітаю вас в програмі «Розмова на тему», і вона сьогодні присвячена театру. Я рада вітати в нашій студії театрального критика, головного редактора журналу «Театральний огляд» і сайту art.oko.com із Дніпропетровська Людмила Яківна Томанчук. Доброго дня! Доброго дня! Пані Людмила ще і член журі 9-го театрального фестивалю «Homo Ludens», який в нашому місті на початку жовтня відбувається вже традиційно. І зважаючи на те, що ви зараз дивитесь програму у записі, ми з Людмилою Яківною спілкувалися напередодні, і переглянути всі театральні, всі фестивальні вистави ми ще не встигли. Будемо говорити і про те, що встигли побачити, і про багато іншого із театрального життя всієї нашої країни. Я думаю, що ви погоджуєтеся. Абсолютно. Пані Людмила, ви вже не вперше приїжджаєте в Миколаїв на фестиваль Homo Ludens. Ви бачили його різні формати. І формат цього року, він суттєво відрізняється від минулого, але, на жаль, і від позаминулого року також. Ага. Тим не менш, ви приїхали. Значить, вам цікаво. Так, да, безумовно. Діло в тому, що, ну, критик – это человек, который обязан, он не только хочет, он обязан видеть как можно больше. Это естественно. Кроме того, на Николаевском фестивале, это я уже третий фестиваль у меня, вот, и на Николаевском фестивале всегда что-то интересное происходит, во-первых. Во-вторых, очень приятная атмосфера – это тоже очень важно. Вот. Когда мы говорим, что хороший человек не профессия, вот, то считается, что профессия – это выше. Нет, хороший человек – это выше профессии. Профессия владеть быстрее и легче, чем стать хорошим человеком. Здесь действительно приятная атмосфера и со стороны организаторов, вот, и они приглашают интересных и приятных людей, потому что ведь мы смотрим спектакль вот в этом году, один спектакль в день мы смотрим, да? А все остальное время мы ходим по городу, мы общаемся с коллегами, с теми же коллегами из жюри, вот, и в театре. Поэтому сама атмосфера, она, конечно, очень важна для любого фестиваля. Вот. И поскольку она здесь приятная, то и благодаря программе, и благодаря атмосфере, конечно, я всегда стараюсь приезжать. На фестивале Homo Ludens есть своя определенная традиция. По окончании спектакля жюри собирается вместе с коллективом, с труппой театра, который только что буквально отыграл спектакль, и происходит обсуждение. Мне не приходилось бывать в закулисье других театральных фестивалей. Есть ли там подобные вещи? Обсуждает ли жюри с труппой театра спектакль увиденный? Ну, на разных фестивалях разные форматы. Вот этот формат мне нравится, честно говоря. Потому что ведь когда спектакль приезжает на фестиваль, театр приезжает на фестиваль, это не только встреча с новым зрителем, это еще и возможность услышать мнение со стороны, мнение профессионалов. Я не хочу сказать, что мнение профессионалов театру важнее, чем мнение зрителя. Вот. Но то, что, возможно, оно не менее важно, это точно, потому что все-таки зрительское восприятие – это хорошо, вот, но есть еще какие-то нормы профессии, которые хотелось бы иметь взгляд со стороны. Театры это не очень любят, прямо скажем, да, вот, но мне, тем не менее. Учитывая, да, что приходилось принимать участие, да, вот в этих обсуждениях, я отметила для, да, себя, что далеко не все театры, не все коллективы спокойно воспринимают какую-то даже, ну, не то чтобы даже мягкую, корректную критику. Критики, члены жюри, да, как правило, пытаются быть корректными, пытаются действительно максимально... На этом фестивале точно. Максимально этично, да, максимально мягко обозначить те проблемы, которые увидели. Но это вот в прошлом году вы не были в жюри, к сожалению. Вот, там были интересные моменты, кстати, на обсуждениях тоже. В этом году, не будем называть театр, тоже было такое, что люди от театра начали спорить с человеком, выступавшим. Это, конечно, вина руководителей театра, безусловно. Они не объяснили актерам одну простую вещь. Вы говорили, вы свой спектакль сыграли там на сцене. Мы ведь не устраивали демонстрации в зале, правильно? То есть мы вас смотрели. Вот даже чисто формальный такой момент. Вот. И сейчас, когда мы
высказываем свое мнение. Я прошу прощения, да? Смотрели, аплодировали стоя вместе, да, с залом. Да, 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 да. И то есть, точно, да, так же эмоционально реагировали вместе с залом. Да, да, я наблюдала, да, за реакцией членов жюри. Да, да. И кто-то очень эмоционально реагировал, несмотря, да, на то, что вопросы, допустим, к профессиональному мастерству, да, были, да, но тем, да, не менее, да, эмоциональную, да, реакцию никто не, да, отменял. То есть правило, ну просто правило, mm-hmm, вежливости. Вы говорите, мы молчим, мы говорим, вы молчите. Вот так скажем. Вот, то есть это культура театра. Она не всегда на высоте, очень не всегда. И это не зависит, кстати говоря, от уровня труппы. Вот уровень труппы, о которой мы сейчас с вами говорим, достаточно высок, а вот культуры в театре нет. Но мы с вами знаем и пример Таганрогского театра, который был на позапрошлом фестивале. Там высочайшая культура и внутренняя. Там вот такого, чтобы спорили кто-то с кем-то, тем более на людях, там в принципе это непредставимо. И это, кстати, тоже урок фестиваля. Вот. А, собственно, возвращаясь к вашему вопросу, есть разные форматы. Часто бывает, что вообще не обсуждается, жюри вообще не обсуждает, и это в основном связывают с тем, что, ну вот фестиваль – это праздник, зачем будем портить праздник? Потому что любое обсуждение – это, естественно, в основном критика, не столько восторги, потому что восторги были высказаны в зале. Вот. А критику никому услышать не хочется, не хочется себе портить праздник, вот мы приехали вот так. Я не думаю, что это здраво, потому что надо выжимать из ситуации все, что только можно для дела нужно. Вот. Есть еще один опыт Коломыйского фестиваля, там тоже очень интересно сделано, хотя обсуждений нет. Там делается так, каждому члену жюри прикрепляется свой то ли журналист, то ли студент, гуманитарий. Вот. И сразу после спектакля он вас ловит. И вы ему высказываете все, что вы думаете по поводу спектакля. Это все быстро, это записывается на диктофон. Весь этот монолог быстренько снимается с диктофона, печатается. И в театре есть такая большая театральная тумба в фойе. И, значит, у каждого члена жюри такая вот линейная, такая вот страничка. Да? И вот все эти спектакли, отзывы один под другим, один под другим. И к концу фестиваля вот вверху набирается ваша фотография, такая, да, а внизу, значит, вот это вот длинный такой хвост, значит, вот это вот ваши отзывы. Вот. И все могут буквально утром, если не ночью вообще, это все вывешивается в фойе, и утром уже это все видно, предыдущий спектакль вечерний. Вот. И это тут же вывешивается на сайте. И все это у них остается. То есть вы можете и сейчас посмотреть, что Людмила Яковлевна говорила о прошлом фестивале, что говорили все остальные члены жюри о позапрошлом и так далее. Это тоже интересно. То есть это тот случай, когда могут увидеть все отзывы. Вот. Потому что журнал, скажем, прочтут не все. Вот сейчас, когда у журналов появились сайты, и они активно разрабатываются, тут уже другое дело. Тут уже, в принципе, через какое-то время, да, все смогут это все вот увидеть. Вот. То есть разные есть форматы, но мне кажется, что раз есть жюри профессиональное, то все-таки имеет смысл обсуждать. Другое дело, что если спектакль вызывает уж очень много вопросов, тогда лучше обсуждать это с режиссером лично, а не с не на труппе. Да, потому что не все, что мы можем сказать режиссеру в глаза, мы скажем ему на труппе, которую он руководит. Вот, скажем, да, так. Здесь тоже авторитет режиссера, конечно, определенным образом, конечно, нужно тоже постараться его не нарушить, чтобы, да, он мог, да, дальше нормально работать с коллективом. Ему уже потом работать с этими людьми. Да. Людмила Яковлевна, вы часто принимаете участие в фестивалях театральных в Украине, и их на самом деле немало, их, по-моему, да, около 20 сегодня. Да, возможно, и больше. Кстати, очень немногие, как ни странно, мы думали, что вот в связи с войной, со всем этим, многие фестивали возьмут тайм-аут. Некоторые взяли такие, да, вот в частности Энергодарский фестиваль. Вот, ну, там это связано, во-первых, с тем, что это атомная станция, то есть там режимный объект. Вот, а во-вторых, с тем, что там приглашали очень много, ну, по самому и по истории фестиваля, очень много российских театров. А сейчас, соответственно, даже если бы кто-то и рискнул приехать, я не думаю, что кто-то их пригласит по чисто вот этическим соображениям. Ну, с одной стороны, безусловно, приглашать их с этической точки зрения, а с другой стороны, на самом деле сложно себе представить, какая их жизнь ожидает после того, как они вернутся, да, с фестиваля, да, в Украине. Да, еще и это. И, да, наверное, все-таки есть какой-то такое отношение коллег и корпоративный дух, что, да, в общем-то, думает тем более, об этом что тоже. Там, тем более, что там действительно ситуация такая, что, да, лучше бы
говорится, это все. Да, к сожалению, мы лишены в этом году возможности, в этом, в прошлом году возможности общаться с такими блестящими театральными коллективами, как вот театр Таганрога, из Перми, особенно, которые принимали участие не один раз, приезжали, и Николаевцы с восхищением встречали спектакль. Кстати говоря, я хотела вот отметить, что Николай Антонович Кравченко, то есть я так понимаю, что это его, безусловно, прежде всего заслуга, что он приглашает такие театры, то есть не просто вообще какие-то театры зарубежные, чтобы просто иметь статус фестиваля зарубежный, да и все. Вот. А он приглашает, ну, театр у моста пермский, это вообще мировой уровень. Он входит в элиту, то есть в любую десятку любых театров мира он войдет всегда. Это действительно блистательный театр. Таганрогский театр прекрасный. Потом Белорусский театр национальной драматургии, вот Сига, в котором руководит, блестящий театр. Потом вот вообще вот Могилевский театр был. Вот, то есть белорусская актерская школа, она вообще знаменитая в Европе. Вот, то есть приглашают действительно очень хорошие театры. И это большой плюс Николаевскому фестивалю и их организаторам. Ну вот в этом году принимают участие только украинский театр, мы об этом уже сказали, и из 8 участников 7 – это академические театры, хотя, к сожалению, сегодня в Украине такая ситуация, что обозначение «академический театр» не всегда подтверждает, собственно, хорошую школу, высокий профессионализм. Да, понятно, что пытались сделать так, чтобы артисты, актеры получали достойную зарплату, но... К сожалению. Но, тем не менее, театры именитые. Да. Насколько я понимаю, насколько, в общем-то, приходилось работать и сталкиваться. И программа не однородная, но тоже интересная. Да. Но тут вообще тенденции такие просматриваются. Вот у меня это уже 6-й фестиваль за год, то есть с января, вот 6-й фестиваль. И тенденции вот как раз здесь проявляются на Николаевском фестивале тоже. То есть это тенденция обращения к классике, вот «Ночь перед Рождеством». Ну, это естественно, во все смутные времена мы всегда стремились что-то тут нащупать почву под ногами. Это естественно. И, конечно, что такое почва? То есть это то стабильное, что у нас было вчера, позавчера, 100 лет назад. То есть это классика, это естественно. Вот и здесь вот присутствует, да, и вот будет «Дракон Шварца». Будет еще Николаевский. Место. Да, 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 и доходное место будет Островского. Да. То есть это вот опора на классику. И здесь это не так присутствует, а вообще еще одна тенденция, это когда даже вот не переделки классических сюжетов, а фантазии на классический сюжет. Кстати, вот что я хотела сказать. В прошлом году и в этом году, я так понимаю, что это связано именно с материальной стороной обеспечения фестиваля, не проводилась кукольная часть его. Вот. А я как раз была на 4 кукольных фестивалях вот в этом году. И очень интересные есть театры. То есть действительно есть что пригласить. А Николаевский кукольный театр может принять. В том смысле, не в смысле, что может организовать. Вот Виктория Петровна Терещенко тоже прекрасно все организовывает. Но я имею в виду, что у них у самих есть интересный спектакль. То есть они могут достойно принять на творческом уровне. Вот. Очень интересные театры есть. И причем вот театры, которые... Очень часто берется классический сюжет, и вот сочиняется на этот сюжет как бы современный, то есть на эту сюжетную основу современный. На вот сюжет очень интересно это смотрится, при том, что зритель уже ориентируется. И, кстати говоря, вот и дети, и взрослые очень хорошо это принимают. Не только взрослые, которым понятна ирония, скажем, какие-то вот намеки на сам традиционный сюжет, а и дети очень хорошо это воспринимают. Так что я надеюсь, что в том или ином формате вот эта вот двухголовость Николаевского фестиваля, что будет и драматическая, и кукольная часть, я надеюсь, что это в том или ином виде вернется. Я вот подумала, кстати, действительно о современном зрителе, потому что современный зритель, что дети, что взрослые, он уже, ну, я бы не сказала специфически, но что-то есть в этом, потому что даже 10 лет тому назад зритель был немножко другой. Да. 10 лет тому назад мы не жили в таком стремительном мире, когда у нас за пределами нашей квартиры в большинстве своем все происходит в темпоритме клипа, все очень коротко. Мы не читаем сейчас газеты, мы читаем заголовки новостей в интернете. Если нам интересно, мы читаем дальше, а если не очень интересно, мы это тут же, ну, скажем так, отбраковываем. И то же самое происходит в театре.
зрителю уже хочется какой-то динамики, каких-то спрессованных, каких-то уже, ну, я не знаю, чувства, упакованные в брикеты. Вот у меня такое ощущение. Вы знаете, я об этом много читала. Люди, которые этим занимаются, в основном вот философы, об этом раздумывают. Они говорят, что действительно современный человек стал быстрее все понимать. Тут не только жизнь ускорилась, но современный человек действительно быстрее понимает какие-то вещи, которые человек 100, 200, 300 лет назад, он это понимал медленнее. Не потому, что он был глупее, а просто вот когда жизнь спрессовывается, то есть, что называется, либо ты быстрее соображаешь, либо ты выпадаешь из жизни. Ну, вот. Да, и поэтому, да. Когда ставятся классические сюжеты, это, безусловно, очень большая проблема. Может быть, зритель просто вот не театральные профессионалы, может быть, зрители этого не осознают, но чувствуют это все, потому что это относится вот к биологии, как бы, к организму. Вот организм чувствует, что пустота. А почему? Потому что классический сюжет вот разворачивается, начинается, это все, тот приходит, да, да. По классическим сказал, завязка, да, да, развитие, да, да. Кульминация. Этот зашел, сказал, напомнил, что тот вам говорил вчера, то зритель уже понял, куда это все идет и чем закончится сцена. А сцена длится и длится. Вот. И именно потому, что в те времена, 200 лет назад, текло время по-другому, темп безусловно был другой. Да. У нас из одного района, вот в Варваровке жила Голицына, и Варвара Голицына, муж ее жил в Октябрьском. По сегодняшним меркам это 45 минут на маршрутке. Да. На самом деле, да? В то время, когда она отправлялась к мужу, дорога к мужу у нее занимала день. Ну вот да. Это совершенно другое ощущение. Абсолютно другое ощущение. Час и день. Неспешное перемещение. Это у тебя за окном не с такой. Сейчас за окном машина, тогда за окном кареты какой-нибудь, повозки. День да. жизни прошел, это сколько ты успел передумать, сколько событий прошло. А тут не успел сесть, уже вышел. Картинка неспешно меняется за окном. Да. А здесь ты не успел действительно подумать, ты не успел, у тебя несколько песен, и все, ты уже добрался. Вот и думает человек точно так же, и соображает, и живет. Поэтому классику воспринимать сейчас становится, вот действительно, в том, темпе трудно, да. Сложнее, даже с какой-то физиологической точки зрения. Да, да, да. Но она же все равно важна. Современная эта драматургия, вот мы с вами видели это на одном из спектаклей. Да. Она оказывается, может быть, даже эмоционально, может быть, даже немножко интересна зрителю, но не актуальна. А классика актуальна. Ну, это свойство классики, безусловно, но тут в данном случае два момента. Во-первых, когда ты ставишь вот как написано, это проще для режиссера. То есть, чтобы ничего там не собирать, потому что если классику собирать, это же надо сделать грамотно. Не каждый режиссер на это способен. И есть, кстати, режиссеры, которые это четко осознают и не пытаются этого делать. Просто мне человек говорит: ты знаешь, вот я понимаю все, что для ноты, все, но я этого не умею. И кто это может сделать, я не знаю. То есть сейчас же это и вопрос средств и все такое прочее. И средств, и очень мудрая сценография. Да. Она же тоже может как осовременить, так и похоронить. Конечно. Но я бы хотела вот еще что сказать. Зритель, безусловно, чувствует вот эти пустоты и откликается, то есть как бы действие провисает. И зритель это чувствует, и не только профессионально, это чувствует любой зритель. И вот на одном из спектаклей, которые мы уже с вами видели по зрительному залу, это очень чувствовалось. И актеры не получили той реакции, на которую они рассчитывали. Вот. А это потому, что как раз были вот эти пустоты, и зритель понимал или не понимал, но это чувствовал и откликался. На пустоту зритель откликается отсутствием интереса. Такой вот. Же пустотой. То есть, да. То есть, пустота не резонирует. Да. То есть театр просто обязан это учитывать, это нужно делать. Но тут есть еще один момент. Ведь в прошлые времена, вы, конечно, это хорошо помните, мы гоняли вот критики, вот, и журналисты тоже, режиссеров за то, что они переиначивают классику. Вот такие-сякие, вот классик сделал, классик написал, все это замечательно, а вы плохо. И вот то есть мы выплескивали с водой ребенка. Надо было говорить не о том, что нельзя осовременивать классику, нельзя ее переиначивать, а надо было говорить о том, что вы переиначили, но неудачно это сделали. То есть надо было не прием отвергать,
не собственно саму идею, потому что сейчас как раз, опять же, вот мы попали вот в этот же капкан. То есть они во многом сейчас боятся, потому что в прошлом мы их гоняли-гоняли. Вот. А теперь, когда оказалось, что действительно уже разница по времени с классикой 200 лет назад, 300 лет назад, она уже настолько велика, что она уже заметна, уже тут надо что-то делать. Вот. А они, бедные, зашуганы. Тоже вот вопрос. Вариант, кстати, может быть, не такое длинное расстояние, но тем не менее. Вот Николаев будет показывать спектакль «Дракон». Угу. Изначальный литературный материал – это Евгений Шварц. Да. Сама по себе уже классика, понятно, да. Это уже не оспаривается даже. Да. Но следом мы-то уже знаем, вот уже мое поколение. Да, мы знаем Шварца, но нам уже ближе «Дракон» Горина по Шварцу. А современные театры, которые ставят Горина по Шварцу, делают уже еще и свою версию Горина. Ну, вы знаете, честно говоря, я не люблю драматургию типа Горинской по одной простой причине. Там очень заметна репризность, очень заметна ориентация на хлесткую фразу, на броскую такую фразу, которая вот захватит зритель, и зритель будет радоваться. То есть в пределе это квенщина, в пределе. Вот. Я не люблю такую драматургию, честно говоря. Поэтому мне кажется, что лучше было бы... Ну, посмотрим, что поставил Николаевский театр. Вы, наверное, видели, а я еще нет. Я вам честно скажу, я тоже оставила это на закуску. То есть вы решили, да, чтобы... исходя из чистый того, эксперимент. Что, да, чистый эксперимент, да, чистота восприятия. Да, поэтому да, это буду очень смотреть важно, вместе с вами, открывать для себя дракона. Хотя был допремьерный показ, и сезон наш Николаевский театр открыл именно драконом. Да, вот. Но я не смогла посмотреть, потому что я была на другом фестивале. Вот. И тоже, наверное, это хорошо, потому что конкурс есть конкурс, и желательно, чтобы все члены жюри были в одной, весовой категории, в одной ситуации. Но тут ведь у того же дракона Шварцевского это немного времени прошло, но какие события, когда был написан Шварцевский дракон? И что произошло в мире и в нашей стране, которой теперь вообще уже нет? Вот, произошло с той страны нет, в которой работал и Шварц, и Горин. Да, 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 и в которой мы жили. И рефлексировали они по поводу той страны. То есть акценты совершенно другие. И теперь перед театром, безусловно, само время ставит задачу интерпретации классики. Вот мы вчера с вами смотрели спектакль «Простая вещь». Он написан давно. Вот. И там речь шла о том, что вот дом сломать, старый дом рушится, да? Это было когда 20-30, я не помню, сколько лет назад написана эта пьеса, но примерно вот не меньше 20, если не все 30 лет назад. Да, тогда, пожалуй, что лет 30. Да, вот это разрушение старого, которое рушится, все. А я вчера смотрела это, то, что я говорила на обсуждении. Я смотрю и думаю, боже мой, сейчас это ведь звучит совсем по-другому. Когда рушатся старые здания, которых и так осталось мало, и мы понимаем, что надо пытаться всеми силами это сохранять. Ну вот еще бы о современии чуть-чуть нового смысла вложить в этот спектакль. Конечно. Людмила Ильина, у нас осталось не очень много времени, но я бы хотела еще вот так, почти на одном прошусь на комплимент за николаевского зрителя. Это к тому, что вот была пустота, и зритель реагировал пустотой, но тем не менее зал полный. И зрители очень благодарны в конце каждого спектакля. Давайте я не на комплименты, я просто скажу то, что я думаю, что вот это уже 9-й фестиваль, и когда, вот по моему опыту я знаю, что когда фестиваль проводят, вот организовывают честно, не ради каких-то своих целей, а вот действительно ради театра, интереса к театру и зрителю, то зритель вначале как-то вот он ходит не очень, потом он больше ходит, потом еще больше, потом появляются полные залы, и уже постоянно зритель знает, вот в это время будет фестиваль, и он будет ходить. И вот как раз сейчас, вот эти годы уже, вот второй-третий год, наступило как раз вот это время у Николаевского фестиваля, что зритель уже так капитально привык, и он приходит. И я имею возможность увидеть этого зрителя, потому что когда мало людей в зале, то как-то трудно сказать, насколько они случайные или нет. А сейчас видно, что это те зрители, которые идут на фестиваль, которым театр интересен. И поскольку, как я понимаю, это конец передачи, я бы хотела обратиться к николаевцам, николаевскому зрителю. Любите театр, потому что театр... Не зря же говорят, что весь мир театр. Но в театре мы проигрываем какие-то вещи, мы продумываем, прочувствуем какие-то вещи, очень важные и очень серьезные, и мы можем приобрести игровой опыт,
и уже сориентироваться, что переносить в жизнь, а что нет. Мы можем почувствовать подводные камни, которые нас подстерегают в жизни, и мы можем обойти эти препятствия, попытаться обойти на основе того опыта, который мы приобретем в театре, жизненного опыта. А николаевский зритель – прекрасный зритель, он умеет быть внимательным и благодарным, и это очень приятно и очень много добавляет всему Николаевскому фестивалю. Спасибо вам. Я дякую вам, пані Людмила, що ви дякую. Сьогодні завітали до нашої студії. Робота цьогоріч на фестивалі не настільки напружена, але все одне цікаво, тому що я бачу, що і для вас є відкриття, є театри, з якими раніше, можливо, вам не доводилося так близько спілкуватися. А тут є відкриття, і це, я так розумію, завжди радість для театрального критика. Так, абсолютно. Отже, не ставимо поки крапку, поки багато крапок, адже фестиваль триває і тривають знайомства і відкриття. Дякую. У нас сьогодні в студії була театральний критик, головний редактор журналу «Театральний огляд» і сайту art.oko.com із міста Дніпропетровськ Людмила Томенчук. З вами була я, Інга Хоржейська. У вас ще є час, фестиваль триває, фестиваль «Homo Ludens» триває до 9 жовтня. Отже, вирушайте, відкривайте для себе неймовірний світ. Хай щастить, в ефірі побачимось.